Обитатели зоопарка Буэнос-Айреса получили новогодние подарки. Работникам зверинца пришлось постараться, ведь у всех их подопечных свои излюбленные лакомства. Каждый подарок упаковывали в праздничную обертку, и это не помешало животным быстро добраться до угощения. Но если, скажем, тигров больше интересовало содержимое, то обезьяны проявили интерес и к упаковке, которые тоже нашли применение.